Звучит «Сари ли сен сари» – объемное произведение, сложное и многогранное. Впрочем, как все произведения знаменитого музыканта Виктора Зеленского, преподавателя, основателя самого большого отделения музыкального института Рубинштейна, кафедры музыкального искусства эстрады. На сцене джазовый бенд «Зеленский Биг Бенд», который все готовит с особой тщательностью. Виктор Григорьевич основал джаз, скажем так, здесь, в Приднестровье. Он первый на официальном уровне открыл кафедру, где мы смогли изучаться. Он нам дал все то, что он знал. У него очень был богатый опыт на этот момент. Наша кафедра открылась в 1991 году, и благодаря его стараниям и вложениям мы до сих пор продолжаем его дело. Большой концерт джазового оркестра «Зеленский Биг Бенд» Приднестровского государственного института искусств имени Антона Григорьевича Рубинштейна будет включать в себя сложнейшие композиции авторства Зеленского. Мы сейчас репетируем песню, которая будет звучать в концерте. Так. Песня, которую сочинил Виктор Григорьевич Зеленский, называется «Песня Мэри Леди Сари». Сейчас мы репетируем самый сложный момент в этой песне. Он называется так «Дойна». То есть он звучит только под аккомпанемент фортепиано, и у них такой вот идет союз между вокалистом и пианистом. А потом уже начинается ритм и вступает весь оркестр. Эта песня вообще, она не прям лирическая, она в ней достаточно много драмы. Громкого, да, нет, не драмы, наоборот, больше здесь мощи в этой песне, потому что здесь есть рок-отрывки, и она вначале начинается лирично, нежно, а дальше уже все нарастает, нарастает ритм и уже доходит до какого-то определенного пика. Авторские композиции, аранжировки произведений Виктора Зеленского исполнят его ученики. Среди них участники Евровидения Паша Парфени и Анна Добеску. А еще наши приднестровские артисты Юрий Гуров, Петр Длужневский, Наталья Кирка, Ольга Фрунзе и другие. На сцене выступят студенты и преподаватели института. Программа неимоверно сложная. Виктор Григорьевич был, знаете, такой альтернативный так, джазовый музыкант. Он не писал что-то такое традиционное, легкое. А вот именно сложный, очень, не все ее поймут, я могу сразу сказать, музыка сложная. Сам концерт пройдет 28 апреля в 3 часа дня во Дворце Республики. Зрители останутся под сильнейшим впечатлением, на которое способен только джаз.